Друзья, приглашаю вас на свои живые мастер-классы. У меня новый гастрольный график и новый гастрольный тур, начиная с февраля по июнь 2019 года. И первые города в моем списке, которые я посещу с новой программой и новыми живыми мастер-классами, это Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск и Екатеринбург. Итак, уже в следующие выходные, а именно 16 аж по 24 февраля я буду в Москве своей новой программой и со своей старой программой. Есть такие мастер-классы, которые популярны постоянно. Это лепка роз, сейчас добавляется лепка тюльпанов. 16 февраля в Москве мы лепим вот такие тюльпаны. 17 февраля мы с вами создаем розы. 19 февраля мы с вами декорируем чашки. 20 февраля мы с вами создаем вот такое колье с натуральными тюльпанами в натуральную величину. Жители и гости Москвы, еще у меня для вас уникальное предложение. Количество мест ограниченное. На протяжении 3 дней мы с вами будем работать в гостинице в Королеве. Гостиница закрывается на это время, и мы в своей творческой атмосфере, в своей творческой ауре работаем с 9 утра и, возможно, до полуночи. Но за 3 дня мы с вами учимся работать с силиконами, с эпоксидной смолой и с полимерной глиной. В эти 3 дня мы делаем неимоверное количество работы. Во-первых, вы создадите вот такую корону полностью с нуля. Во-вторых, за эти 3 дня вы сделаете вот такой свадебный букет. Здесь собраны самые популярные цветы. Розы, тюльпаны, которые вы можете интерпретировать потом вот такое колье, и лилии. Цветовая гамма на ваше усмотрение. Это ограниченное предложение, очень выгодное, потому что стоимость одного дня обучения не отличается от стоимости однодневных мастер-классов, но я даю по максимуму информации, мы работаем и находимся, проживаем в одном месте и погружаемся полностью в творчество. После Москвы встречайте меня в Новосибирске, а именно 9 и 10 марта. Что мы с вами будем создавать? Первый день, 9 марта, мы с вами создаем тюльпаны. Это, как оказалось, самый востребованный популярный мастер-класс на сегодня. Тюльпаны мы создаем натуральную величину и делаем два вида тюльпанов. Это тюльпан обычный, обыкновенный, классический, который мы привыкли видеть. И тюльпан махровый. Попугай. Здесь очень интересно составляется трость, это моя авторская разработка. За мастер-класс, сколько вы успеете сделать тюльпаны, все они ваши. Но два вида мы проходим точно. И на второй день по желанию, на выбор, то есть мы можем разделиться на две группы, это 10 марта, и мы с вами создаем либо декор для кружечек, и это идеальный подарок не только для вас, но и для ваших родных и близких. Или создаем брошь. Все это на выбор. После Новосибирска я стартую в Питер. Питер, встречай меня 22, 23 и 24 марта. 22 марта. Мы создаем вот такое волшебное колье с тюльпанами. 23 марта. Мы создаем розы. Это самый популярный мастер-класс на сегодняшний день. 24 марта мы создаем тюльпаны в двух их видах. Классические и махровые. Краснодар всего лишь один день. 30 марта один день мы с вами создаем тюльпаны, либо декорируем кружку на выбор. Мы можем разделиться на две группы. И каждый из вас может создавать то, что он захочет. Всего лишь один день, 30 марта. Возвращаемся из Краснодара
И уже в апреле старт Челябинск и Екатеринбург. Челябинск. 19 апреля. На выбор с вами создаем либо кружечку, либо брошь. Опять же делимся на две группы. И 20 апреля мы создаем с вами полноразмерные тюльпаны в двух видах. 21 апреля, всего лишь один день, я в Екатеринбурге с мастер-классом по тюльпанам. Друзья, запись уже открыта. Всю основную информацию вы можете найти в описании под этим видео, либо на моей страничке ВКонтакте в официальной группе, я ссылочку оставлю, либо в Инстаграме. Все контакты, свои телефоны я оставляю, поэтому пишите в директ, звоните, Viber, WhatsApp, все социальные сети работают. И, пожалуйста, остерегайтесь мошенников. У меня помощников и администраторов нет. Записываю только я вас на мастер-классы и общаюсь с вами только я напрямую. Если у вас нет опыта лепки, ничего страшного. У меня на мастер-классах лепят все. И все уходят с достойным и хорошим результатом. И заряжаю я вас творческой энергией минимум на пару месяцев. Ну, до следующих моих живых мастер-классов. Поэтому, друзья, записывайтесь, если вы хотите научиться лепить и создавать своими руками такие красивые и необычные украшения или предметы декора. Все контакты внизу под описанием. Люблю вас и жду на своих мастер-классах. Всем пока!